Ну, депутаты решение приняли. Картинки презентации представлены красивые, но, честно говоря, вопросы есть при изучении этой темы. Показан, озвучен префицит 2 миллиарда, но при этом значительная часть расходных статей и некоторые программы финансировались гораздо меньше запланированно, либо не финансировались вообще. Например, здравоохранение финансировалось в 14 раз меньше, чем было запланировано первоначально. Не финансируются, не софинансируются некоторые национальные проекты, а это со стороны республики, а это обязательные условия для того, чтобы мы получали деньги с федерации. Ну, скажем так, достаточно хаотичное планирование финансовое, и даже те деньги, которые мы получаем в рамках национальных проектов либо программ поддержки, они выделяются не своевременно. Например, вот месяц назад я встречался с аграриями, они получают деньги не перед посевной для того, чтобы начать работы, а значительно позже, что, конечно же, крайне неудобно и неправильно. Ну и вообще надо проанализировать ошибки, которые допущены вот в предыдущие периоды по оформлению и документов, и подходов к вхождению в федеральные программы для того, чтобы мы могли уже планомерно и качественно готовиться к следующему бюджетному периоду, верстка которого начнется вот с середины этого года, и чтобы мы из федерации получали как можно больше денег. Я считаю, что все в наших силах. Сейчас Москва, федеральное правительство оказывает значительную помощь по всем направлениям, по всем отраслям экономики и социальную в том числе, поэтому очень важно это не упустить.